Мимо трибун проходит парадный расчет вооруженных сил Республики Узбекистан. Командует расчетом первый заместитель командующего войсками Ташкентского военного округа полковник Шакир Хаиров. На Красной площади юные участники парада. Мимо трибун торжественным маршем проходит рота Московского Суворовского военного училища. В июне 45 года 210 воспитанников училища впервые приняли участие в параде Победы.